40 лет назад, 2 марта 1978 года, на орбитальную станцию «Салют-6» отправился советский космонавт Алексей Губарев. Полетел он вместе с Владимиром Ремиком из Чехословакии, которого стали называть первым космонавтом Европы. Запуск корабля «Союз-28» дал старт пилотируемому этапу программы «Интеркосмос». Сотрудничеству Советского Союза и дружественных ему стран в области исследования космического пространства. На орбите Алексей Губарев и Владимир Ремик проработали чуть больше недели. Полет Владимира Ремика сделал переворот в общественном сознании народов соцсодружества. Дорога в космос была открыта для всех. Владимира Ремика, а позже и всех остальных участников «Интеркосмоса» встречали у себя на родине как Юрия Гагарина.